спасибо. Сегодня вы главный у нас сегодня за камерой. На вас. Для меня. Мотор идет. Ладно, короче. Да. Во-первых, у меня сама по себе история жизненная складывается таким образом, что я очень много правды. Правда заключается в следующем, если мы говорим о животных, особенно за день, если опережаю, скажем, как ответ на вопрос. Я сегодня в ресайкле полном, абсолютно без этого, то сырье переработано, а потом это хлоп, использованный, в общем, ко мне стал приходить вот с семьей, магазин слышал, что у меня на подоконнике моем загородном доме, я им оставлял корм, съедал половину оставлял семьи. Вот, приходили, значит, из Гагарина, как зовут, и с Констанции, как назвал, и, в общем, передали вторую половину. Я увидел, насколько среди животных есть, клянусь, есть вот это очень, даже более человеческая какая-то солидарность. Я прям, знаете, загорелся этим моментом, потому что, во-первых, черную душу каким-то образом принес мне удачу, видимо, мне захотелось просто быть полезным физически. Я вот не то, что призываю на сайту, да, понимаю, что сейчас у нас есть закон государственный, который не везде исполняется, да, отношение к бездомным животным, их нужно кастрировать, потому что мы знаем, что они размножаются с геометрической прогрессией, если не следить за популяцией, если не воспитывать все-таки в человеке, ну, не назидательным образом, да, просто каким-то примером, может быть, примером моим. Сегодня последователь, конечно, большое количество после кота Соломона, которым я вожу, и которого, ну, на минуточку, это, наверное, нужно назвать, это ни в коем случае не рисование себя какой-либо замечательный, нет, просто я уже потратил на него меч кошачий, вот, он не может жить с другими кошками, поэтому я его всегда пристраиваю, даже если кто-то приходит сейчас ко мне, да, и живет стеклом за дверью, я стараюсь пристроить, так вот, и благодаря коту Соломону и коту, у меня сейчас такое колоссальное количество приятных просто предложений. Видимо, люди видят правду, и я в него вложил уже, учитывая сахарный диабет, учитывая его лапки иногда кровоточащие, учитывая его ВИЧ кошачий писан. Вот. Я потратил на него уже порядка 700 тысяч рублей. И как бы, мне кажется, что, ну, наверное, для меня это тоже как мера ответственности, она повышается. И в этом смысле тоже. Я бы очень хотел, Ваня, извините, очень серьезное мероприятие. Очень здорово, что вы к нему относитесь вот так серьезно. И что еще сказать по этому поводу? Конечно, я сотрудничаю с приютами. Вот, и много чего. Много